зовут Горшков Дмитрий Геннадьевич. Я являюсь старшим мастером на Барановичском станкостроительном заводе «Атлант». Работаю в цехе 1635. Наш цех занимается сборкой и упаковкой компрессоров серии ИСТ и ИСК. Уже долгое время мы практикуем наборы для прохождения производственного обучения и практики учащихся с лицея машиностроения. Я непосредственно курирую прохождение производственного обучения и практики учащихся лицея машиностроения. За время прохождения практики ребята зарекомендовали себя с положительной стороны. В качестве примера хочется отметить подготовку слесарей механосборочных работ и слесарей ремонтников. Учащиеся имеют полноценные теоретические навыки, практические знания для выполнения поставленных задач. При выполнении заданий проявляют исполнительность, настойчивость, упорство, но все равно еще им требуются подсказки и контроль для достижения более эффективных задач. Учащиеся практиканты в основном правильно, рационально используют свое рабочее время. Со стороны руководства и цеховой администрации замечаний по производственной дисциплине и технике безопасности данным практикантам нет. И наш Барановичский станкостроительный завод «Атлант» всегда отдает приоритет учащимся, которые подготовлены в лицее машиностроения. Я выпускник лицея машиностроения 2014 года. Проходил практику на заводе «Атлант» и был распределен на это предприятие. Я работаю на «Атланте».